Матч вызвал большой интерес у болельщиков. Футболисты оправдали надежды любителей самой популярной игры с мячом и устроили голевую перестрелку. Обладателем кубка стали медвинцы. Они победили футболистов из Кореневского района со счетом 3-1. Всего в соревнованиях приняли участие 22 команды. Представители Аграрного союза и дальше планируют развивать сельский спорт в Курской области. Кроме футбола, мы дальше продолжим мероприятия среди сельских районов для популяризации спорта. Будем проводить соревнования и по волейболу, и по другим направлениям спортивных их. То есть тема эта будет сегодня постоянно на виду у всех сельских спортсменов.